В зале музея спортивной славы мощная группа поддержки, начинающие и уже заслуженные сочинские спортсмены. Волейболист Владимир Кондра участвовал сразу в 5 Олимпийских играх, в 3 как спортсмен и в 2 в качестве тренера. Кондра – рекордсмен в своем роде, завоевал полный комплект олимпийских наград – бронзу, серебро и золото. Чувства спортсменов, которых не пустили на игры в Рио, говорит олимпийский чемпион, понимает отлично. В 80-м году, когда я стал олимпийским чемпионом в Москве, многие страны бойкотировали. Соответственно, через 4 года Лос-Анджелес не поехали, наша страна и страны социалистического содружества. То есть это ни к чему не привело. Многие ребята и мои друзья остались без этих соревнований, к которым они готовились, ну, целыми олимпийские циклы. И в результате кто-то вообще не стал олимпийским чемпионом, хотя по силам он был, должен был выиграть. Из 28 видов спорта на Олимпиаде в Рио наши спортсмены будут бороться за медали лишь в 23, благодаря вмешательству политики. Так в Бразилии не будет наших тяжелоатлетов. Представители этого вида спорта, братья Яркины, пришли на мероприятие, чтобы поддержать своих друзей. Бронзовый призер игр в Пекине Дмитрий Лапиков тоже не остался в стороне. Сейчас в преддверии Олимпийских игр идет давление на спортсменов, внешнее давление. И внутри, конечно же, мы должны поддержать наших спортсменов, которые добрались до Рио, и пожелать им в столь непростое время бодрости духа, как говорится, и спортивной злости. Пришла на мероприятие мама известной сочинской теннисистки Елены Весниной. Елена, хоть и с трудностями, опоздала на стыковочный рейс, не было билетов, но все-таки до Рио добралась и будет участвовать в Олимпиаде. Бороться и за себя, и за тех, кого на игры не пустили. Они уже на месте со сборной, веселые, такие счастливые, что они вместе. Как говорится, когда мы вместе, мы непобедимы. Каждый из гостей мероприятия оставил для членов нашей национальной сборной видеообращение. Его разместят на сайте Олимпийского комитета. Ведь, как говорят уже бывалые спортсмены, когда ты там, на Олимпиаде, за 1000 километров от дома, важно каждое слово поддержки от земляков. А еще на специальном баннере почетные гости оставили пожелания для наших спортсменов. Желали удачи, ну и, конечно, только побед. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.